Вместе, на сцене и каждую минуту в жизни. Надежда Балашова с дочкой Машей специально подготовили эту песню для праздничного вечера. В этот день стена реабилитационного центра превратилась в фотогалерею. На снимках мама со своими особенными детьми. Это выход в свет. Мы видим не только больницы, мы хотим тоже участвовать в каких-то конкурсах. Мы хотим участвовать в красивых конкурсах, красивых проектах. Мне нравится петь, выступать на сцене. За каждым снимком история ежедневной борьбы за жизнь и преодоление болезни. У таких детей особая связь с матерями. Они чувствуют друг друга на расстоянии. Именно поэтому в этот вечер каждое выступление посвящено мамам. Выступлением дети готовились несколько недель. Во время концерта даже аниматоры в образах сказочных персонажей не смогли сдержать слез. Фотопроект поддержали не только мамы с детьми. Идею удалось воплотить благодаря профессиональным фотографам и стилистам. Они открылись немножко с другой стороны. Помимо их повседневных забот, мы смогли акцентироваться на их красоте, на их женском обаянии и их прекрасных материнских чувствах. Фотопроект – акция не разовая. И те, кто не успели принять участие, смогут это сделать в следующий раз. Еще одну фотосессию планируют провести в декабре и приурочить ко Всемирному дню инвалида. Валентина Белова, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.